Здравствуйте, девчонки! Сегодня по традиции я снимаю видео для вас о носибельности последнего моего дизайна. В данном случае этот дизайн выполнен на рубер-базе от Wenzel и закреплен рубер-топом, тоже от Wenzel. Ссылочки на них, как и в видео с дизайном, я оставлю в описании. Девчонки, еще раз рекомендую вам эту базу и топ. Шикарно, смотрите, какие длинные ногти у меня. Так отросли уже за этот промежуток времени, и нигде нет ни единого скола. Даже ни трещинки нет. Очень хорошая основа для вашего дизайна. Далее еще я использовала люкс лак от Miss, оттеночек 048, синий такой вот. У меня он сейчас, как видите, вот на ноготочках, и тоже все шикарно. Мир Леди желтенький. Хочу сказать, что стемпинг у меня затерся только на большом пальчике, вот здесь вот с краю. По всей видимости, стерся топ, или, может быть, я плохо покрыла с этой стороны. Так, в принципе, я довольна этими товарами и рекомендую вам их к покупке. Можете заказать, попробовать по 1-2 единички, если вам понравится, потому как все-таки все равно многое зависит от самих ногтей, какие они мягкие, слоятся или твердые. У меня два ноготочка укреплены. Это два указательных, потому что они у меня, ну, в принципе, наверное, как и у всех, загибаются к низу, и в стрессовой зоне постоянно с двух сторон они надламываются. Поэтому я их укрепляла при помощи акриловой пудры сначала, а уже потом делала себе дизайн. После укрепления у меня нет нигде ни одной трещинки, ни одного скола. И я довольна, в принципе, последним своим укреплением. Так что, если понравились вам такие вот товары, какими пользовалась я в последний раз в своем дизайне, пожалуйста, в описании будут ссылочки, как всегда. Заходите, смотрите. Единственное, что хочу сказать, что все-таки от Miss лак я наносила в два тонких слоя. В принципе, это очень даже хорошо, потому как очень редко какие гель-лаки ложатся в один слой. Очень-очень редко. Поэтому для двух слоев тонких это вообще просто шикарно, я считаю. Именно конкретно желтый от Мир Леди я наносила в три слоя, потому как он более такой прозрачный, неплотный, скажем так. Поэтому мне пришлось его нанести в три слоя. Кстати, оттенок под номером 192. От Мир Леди лаки другие, которые более темных оттеночков, зеленые, тоже синие, красный, бордовый, те наносятся, в принципе, в два слоя. Хорошо, яркий, сочный оттенок, насыщенный получается. Но вот что касается светлых оттенков, салатовый, желтый, оранжевый, то их все-таки лучше именно на ноготочках наносить в три слоя. Почему-то на типсах они в два слоя прекрасно перекрывают, и нигде нет никаких ни проплешин, ничего. Девочки, ну, я вот получила сейчас еще одну посылочку с одного очень интересного сайта. В следующем видео мы рассмотрим с вами эту посылку. Я вам расскажу о ней. Так что, кто не нажимал еще на колокольчик, нажимайте, чтобы не пропустить выход нового видео. Оно вам, я думаю, будет полезно и интересно. На этом с вами, девчоночки, я прощаюсь. Всем говорю до скорых встреч. Желаю всего хорошего. Пока-пока.